сейчас собираемся и валим. Сегодня с нами Оля. Я хочу путаться. Сегодня я больнею. Давай перевернем сзади. Почти нет. Капец, снегу. Короче, собрались, плывем. Погода, блядь, сказка. Отличная погода. Рыбалка. Чего вам не нравится? Ой, какие хлопья шикарные. Какой снежочек. Вон там вдаль вообще ничего не видно. Отлично все. Смотри, сколько шуги идет, ё-моё. Ой, точно. Шуги, смотри, сколько. Что хочешь? Подслушивать? Подслушивать фрикцион, бля. Так, несмотря на ветер и превознемогание с погодой, Наталья, как обычно, первая обрыбилась. Я помогаю. Да, Коля, давай, морально. Ты нас снимай! Ты нас снимай! Нас снимай, я вот она, Коль. Ну, нормально, чуть-чуть. Ох! Блин, так а что ж у нас таким-то этим? Бешеным ударом. А удар был, да? Ужасный удар. Работайте, братья. Ай, сюда! Нормальная щучка. Отпускаем. Ага. И теперь будем жить в другом домике. О! Опять сработало, смотри, блядь. Пандора от инстинкта, блядь. В тот раз тоже ловила, наверное. А ну, Коля, покажи щуку. Нет. О! Все. Это моя, это уже моя. Не зря поехал. Николай имеет рыбину какую-то. Опа. Смотри, в рот. Молодец. Нате, занимайтесь. Вы ебитесь, я пошел. Вот такие там и стояли. Нет, четверо-пятеро, я тебе покажу, они по-другому смотрятся. Килушечка. Идет. Смотри, опять в пиявках, да? Не мой. Ага. Понимаешь? Ага, да, конечно. Давай, я в кадре. Я в кадре, посмотри. В кадре, в кадре. Пацак готов, давай. Только рыбанутые люди зимой. Снег и дождь, буран. Ловят рыбу, да? Но самое главное, что они ловят. Да-да. Опа, начало трусить. Это не одна трусика, это три трусики. Я так скажу, это скорее всего десятка. Да, заметь. Без ловика? Накор отрабатывает. Надо Коле набрать. Господи, ну что здесь? Блин, у меня пошла Коля такой такой. В ассасиновика превращается. Это ассасиновик просто рыбал. На самый кончик. Пока что Коля король. Давай мне. Ну что, там два с лишним. Хорошая. Отвалилась, смотри. В тот раз у нас они не отваливались сами. Очередное вываживание.
уже. Знаете, как они? Как у нас правильно идут? Баллоны или не борта, баллоны? А ты не плачь и не горюй, моя дорогая. Если море у нас... Где она? Каштанка какая-нибудь. Каштанка зажжёт, да? Да нет, я думаю, нет, удар был очень неплохой. А на Коле имеет поклевку. То, что он сказал. Коля, а на Коле, она Колю говорит, а на Коле. Такой она и. Если в море. Ох, белая какая, а! Хай живя вильно! Да, вот мне что нравится, на насосных щуке красивее, да? Расцветка темнее. На Иркуше рыжие такие, без полосок, без пятен. Это немецкая щука рыжая. Хотя огромная, конечно. Или французская. Скорее всего, хвост. Так. Далее имеет какую-то поклевку. Тузик! Тузик, поехали с нами! Вот этот меня и откусил, скорее всего. Нате. Да нет. Держи, хватай. Потом вытащишь. Килушечка. Нормально? Нормально. Казалось, совсем маленькая. Удар был? Удар бешеный. Ну вот у меня, я говорю, поролонин хвост откусилась таким этим. Молодец. Темнело. Вышла раньше с утра сфотографировать, а он уже обоссанный. Когда не клюет, да? Мы с тобой рано стравили пад. Да ё-моё! Давай, давай! Рыба... Что-то пошло не так! Рыбам тоже снеговик. Ну ты смотри, сама туда не укати с ним. Все поклевки возле снеговика. Думала, все это будет. Мы вам ориентир оставим, завтра придет. Николай опять поймал щупоида. Вот такого вот. О, на, держи ее сразу за поводок. Ах ты, блядь, смотри, отклеилась. Мандулёшку вытащи. Лохада называется. Или как? Промежная блоха. Так, вот стоим, да, хоть погода чуть-чуть нормализовалась. Конечно, мало, но... Мало это погода еще. До этого у меня тоже сход. Дождь, снег перестал. Ветер также раздувает. Thank you.
Да, вот стоим, да, хоть погода чуть-чуть нормализовалась. Конечно, мало, но... Мало это погода еще. До этого у меня тоже сход. Дождь, снег перестал. Ветер также раздувает. Контент ставить для взрослых, когда будем видео выставлять. Сейчас я на глифер выведу. Контент. А все, так не надо, сейчас ее такой. Ну, не просто. Пристань. Опа, давай. Пристань. Конечно. Я говорю, поклевка, конечно, мощная была. Хоть и небольшая, но пиздяк много. Угу. Как взрослые. Блядь, смотри, а сегодня вот или отпадывали, и мы еще даже инструментом не падали. Да? Угу. Да. Сразу будет постоянно, поскольку ты не выковырил. Так, да. Подожди. Лось подходит. Короче, вот ловили мы. Перестали в итоге ловить. И рыба перестала клевать. Мы перестали ловить. Сейчас, короче, забираем вон. Тут еще один товарищ рыболов, совет. Чтоб он не превозмогал по снегу. Мы его сейчас довезем. И возвращаемся домой. Дальше. Такая вот рыбалка. Ну, половили нормально. А что? На, домой. Снимай. Да нет, вообще. А что тут плыть-то? Что тут плыть-то? Так у него и вес такой, что нормально. Будет держаться за лавочку. За Колю будет, как на мотоцикле держаться сзади. За так, за живот обни. Здоровье есть.
А ты сейчас сюда садись ближе, он там тут сядет. Пустите. Я снимаю. Кто заказывал такси? Нормально, чтобы мне это работа да не было. Ой. А тогда. О! Опытным! Микротроллинг. А там глубина по центру. Сейчас посмотришь, что это. Я думаю, видит. Сейчас прикинь, назад попробуй, у нас тут люди стоят. Или этот день, я скажу, меня здесь оставьте. Короче, вот сложили весь наш шмурдяк, шлюпку нашу или катер, кому там удобно. Пирога. Закончили рыбалку. Короче, рыбачили в лютую непогоду с утра. Каждый по три. Была непогода, был клев, установилась погода, клево не стало, да? Клево перестало. Поэтому закончили. Наталья там что-то все запыхалась, сидит в машине уже. Короче, мы с вами не прощаемся. Подписывайтесь, ставьте лайки. Едьте на рыбалку, даже в непогоду. Да? Да. А что дома жопа у меня? Да. Или диван? Лучше в хорошей компании здесь в непогоду, чем одному дома. Да. Все. Так что всем пока. Подписывайтесь.